Отречение царя от престола, Октябрьская революция – исторические события через призму времени, глазами патриота своей страны. Автору и режиссеру фильма «Русский реактор» удалось передать в каждом эпизоде силу духа русского человека, который, несмотря на трудности и горе, продолжает идти вперед. Это все было, конечно, трагично, и в то же время для нас это было, можно сказать, тоже символично очень. Тогда мы оценили, что такое для нас, для всех, слово «Родина», что такое слово «Государство», насколько важно оно для России. Александр в картине играет главную роль. Он и есть та связующая ниточка, которая соединяет все события в единое целое. Автор подчеркивает, что фильм – это историческая летопись, и мы продолжаем ее писать своими мотоциклами. Алтари и оборонные заводы – это будущее России. И это будущее связано вот с русским народом, связано вот с тем самым реактором, который гудит в нашем сердце и который толкает страну вперед в тяжелые ее годы. Показ фильма прошел во многих городах, включая Крым и Донецкую республику, и везде с неизменным успехом. Зрители с первых минут погружаются в исторические события столетней давности. В концертном зале ГДО разные поколения, дети войны, молодежь. И каждому понятно слово автора – сила духа и чувство любви к своей родине. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».